По инициативе «Единой России» газ для вечных огней станет бесплатным. Правительство и «Газпром» должны будут организовать безвозмездную поставку газа для огней памяти. Ранее бывали случаи, когда вечный огонь выключали из-за долгов или задержек в оплате со стороны муниципальных властей. Ситуацию должно исправить принятое решение. Срок исполнения поставленной задачи – 1 мая. Вечный огонь – символ народной памяти, дань особой благодарности павшим за честь и независимость нашей Родины в страшные годы Великой Отечественной войны. И эта связь времен и поколений не должна прерываться, прокомментировала новость ямальский координатор партпроекта «Историческая память» замсекретаря реготделения партии «Единая Россия» Наталья Фигаль.